Здравствуйте всем. Продолжу разбирать символику и вероятное значение в славянских мифах. Сегодня мы начнем изучение мифа, относящегося уже к эпохе Водолея, которая наступила после эпохи рыб, управителем которой был хранитель нашего древа предков Велес или Раман, как назвал его бог Кришень, или Кришна в индийском варианте. Напомню, что бог Кришень сменил Велеса и своим приходом ознаменовал наступление эпохи Водолея. Кришень – это земное воплощение Всевышнего, это сын Всевышнего и Золотой Майи, снисхождение бога в материю. Кто хочет знать, кому интересно подробнее о его рождении в мире Яви, может почитать миф «Явление Вишня и Кришня». Сегодня же мы разберем следующий миф, название которого «Кришень побеждает Чернобога». Как и все остальные мифы, он несет в себе ряд интересной информации. Итак, начнем. Как кружился в небушке ворон, распускал он черные крылья, солнце красное заслонил. Он навеял лютую стужу и метель с морозом трескучим. От мороза и от метели в кучу сжавшись люди сидели, свет ладошками собирали и в жилище свое вносили. Но от этого не теплело и не делалось им светлее, и они обратились в камни и просили люди у Кришны: «Согрей нас, Кришень могучий!» И достал стрелу свою Кришень и пустил ее в поднебесье, сбил стрелою золотую звезду, и упала с неба звезда и рассыпалась шумом искры. Как упала звезда, так погасла она, и не стало в мире теплее. О чем идет речь в этом отрывке? Черный ворон закрыл солнце и навеял стужу и морозы. Стало очень мало света и тепла. Черный ворон – это символ темного духа, темной души, который начал влиять на души людские, да так, что стало мало света в них, а значит и во всем мире. Заслонил он солнце. Здесь, как и в мифе о битве Велеса с черными магами за звезды созвездия Скорпиона, речь идет о том, что к людям стало поступать искаженная информация о принципах света, искаженная информация о законах Бога. Люди стали забывать Бога. Оттого стала теряться связь души с духом, стал угасать внутренний огонь в людях. Они перестали ведать истину, стали замерзать, уплотняться и превращаться в камень, стали приближаться к абсолютному нулю в своем душевном состоянии. Но некоторые еще пытались собирать в ладони свет и приносить свои дома, но этого света не хватало ни чтобы согреться, ни чтобы стало светло. Некоторые люди понимали, что происходит, и стали просить Кришеня, чтобы он согрел их и вернул огонь в их души. Кришень, внимая их просьбам, попытался воодушевить их некими идеалами, направить их взор ввысь, в будущее, к вечности, что и символизирует собой золотая звезда, которую Кришень сбил своей стрелой. Но людям это мало помогло. Здесь же появляется первый атрибут Кришеня – стрела, устремленная ввысь к высокой цели, к звезде, что символически связано с планетой Сатурн в своем высшем проявлении. Превращение же людских душ в камень, губительная стужа и мороз – суть проявления той же планеты Сатурн, только в своем оскверненном злом состоянии. Далее, чтобы вернуть людям свет, Кришень находит иное решение. И решил Кришний Бог род людской от беды и горя избавить.
На коня вскочил Белогривого, полетел за речку Смородину к Хвангурской Черной горе. Видит он, на гору Хвангурскую опускается Черный ворон. Огорожен Хвангур грозным тыном, и на каждом столбочке тына черепа висят человечьи. То не речка с-под горки льется, то течет, бурлит кровь людская, то не камешки в тьме белеют, то мерцают белые кости. Здесь мы снова видим связь с Сатурном. Хвангурская гора, а гора – символ Сатурна, огорожена грозным тыном, словно Сатурн своими кольцами. И на каждом столбочке череп и кругом белые кости. Это все относится к символике смерти. Тын с черепами – это замкнутый круг, кольцо времени. Что это за время, связанное со смертью? Это ограниченное время, три его формы – прошлое, настоящее, будущее, в которое заключен сейчас материальный мир. Время конечное, то есть все, что сейчас рождается в материальном мире, через определенный срок разрушается, имеется в виду грубая материя. В четвертой форме времени, вечности, смерти нет, но сейчас в материальном мире нет вечности. В этой связи замечателен миф о Сатурне как об отце, съедающем своих детей, то есть Сатурн – время, съедающее своих детей в мире материи. Замкнутое время съедает все, что рождает. Это будет происходить до тех пор, пока в мире материи будет присутствовать зло. Но у Сатурна есть его высшее проявление, высший дух. Это дух спасающий, это бог крыши. В самом сердце тына железного видит крышень высокий пламень. Семь оград его ограждают, черный бог его охраняет. У огня он спит, посыпает. Что означает высокий пламень в середине ограды, которая охраняет Чернобог? Об этом мы узнаем чуть позже, изучая миф далее. Хотелось бы обратить внимание на число 7. Семь оград его ограждают. Планета Сатурн связана с числом 7. И спросил коня светлый крышень, что же делать, скажи, белогривый? Как взовьемся мы к Поднебесью, так железный тын перескачем, и похитим мы ясный пламень. Вихрем взвился конь белогривый, поднимался он к частым звездам, опускался он к черным скалам, и бросался крышень к огню, и поднял из костра головню. Искра малая отлетела, обожгла она Чернобога, и проснулся он. Видит крышня, а в руках его яркий пламень. И завыл, вскричал стряж огня, обернулся он черным вураном, полетел вслед богу крышню. И разинул клюв черный ворон от земли до самого неба, проглотил с конем бога крышня. Стал тут крышень жечь глотку бога, бить горящей ее головнею, не сдержал его черный вран. Обернулся тогда он змеем и обвил молодого крышня, стал сжимать он черные кольца, и потрясся небесный свод, стал расти в черных кольцах крышень. Не сдержать его Чернобогу, разрастался он целый год, и колечки все разорвал. Итак, крышень, благодаря тому, что его конь белогривый перескочил кольца или тын, похищает загадочный пламень, который охраняет Чернобог. Белогривый конь символизирует собой закон, или правильнее сказать, искон. Искон света. Слово «конь» одного корня со словом «кон». «Кон» означал «искон», то есть правила, по которым Сварог устроил, организовал нашу Вселенную, законы Бога. Таким образом, получается, что крышень взлетает на белогривом коне к звездам. Это значит, что крышень сумел преодолеть замкнутое время материи и выйти в вечность, то есть к звездам, благодаря знанию законов света. Иными словами, как в мифе, оседлав эти законы света, как коня. Затем он вновь опускается к черным скалам, чтобы забрать некий пламень у Чернобога. Далее описаны действия со стороны черного ворона или Чернобога, который хотел уничтожить крышень.
Сначала он проглатывает его, то есть погружает в тьму его душу. Однако Кришень жжет эту тьму волшебным пламенем и спасается. Причем, обратим внимание, жжет горло ворона, а горло, как уже говорилось ранее, связано с миром материи. Далее Чернобог, превращаясь в змея, хочет задушить его кольцами. Сжимающиеся кольца змея, которыми он душит, это и есть кольца фатума, когда человек уже не свободен. Он не свободен в силу невыученных в прошлом уроков ошибок. Он не может быть творцом своей судьбы, пока не избавится от этого фатума, пока не переосмыслит последствия своего неправильного выбора и не научится поступать по-другому правильно. Иного эти кольца сжимают настолько сильно, что у него практически нет выбора, нет вариантов. Но Кришень, сумевший выйти в вечность благодаря знаниям законов света, разорвал эти кольца. И для этого ему понадобилось не много воплощений, а всего лишь год. И сказал тогда черный бог: «Ай, послушай меня, сильный Кришень, по-иному мы силу сверим. Полетим мы к Белому морю, далеко-далеко на север. Будем мы в него окунаться. В море кто кого заморозит». Прилетели они на север. Окунулся в морюшко Кришень, черный бог же дунул на море. И завыли тогда метели, затрещали тогда морозы. Заморозил он в море Кришня, но лишь плечи Кришень расправил, разломал все мощные льдины. Черный бог окунулся в море, начал дуть на морюшко Кришень и до дна его заморозил. Черный бог стал биться о льдины, только лед его не пускал, лишь сильнее бога сжимал. И сказал тогда черный бог: «Ты меня осилил сегодня, явь восстала над тьмой и навью, но придет и черное время, и поднимется черный ворон, и завоет волк, и родится змей. И отвергнут все люди Бога, и забудут Вышня и Кришня. Ты стрелою будешь обвенчан, смерть женою младою примешь, и восстанет над явью Навь». И пропел в ответ Вышний Кришень: «Надо мною взовьется ворон, но добычи он не добьется. Обвенчалась со смертью злой, и опять вернусь колядой». Поскольку свет безграничен, а тьма ограничена, то Чернобог проявляет здесь свою недальновидность и предлагает Кришню помериться силами, кто кого заморозит или обездвижит. Что значит обездвижит? Обездвиженность, неподвижность или состояние камня означает стопроцентное наличие фатума в судьбе. Это словно почти задушенное кольцами змея существо, которая почти не дышит. Но разве можно починить фатуму человека, вышедшего на бесконечную форму времени и ставшего Богом? Именно поэтому Чернобогу не удается заморозить Кришня, потому что его душа, соединенная с Духом, уже содержит в себе вечность. Однако Чернобог попадает в свою же ловушку и не может расколоть лед, потому что он лишен тепла и света, то есть лишен бесконечности. И чем больше он пытается выбраться из своей же ограниченности, тем больше в ней вязнет. Тогда в бессилии он говорит, что когда-нибудь Кришень уйдет из мира явного, и тогда люди вновь забудут Бога и превратятся в камень. Кришень же отвечает, что вернется колядой, что впоследствии произойдет. Напомню, что коляда подарит людям календарь, измеритель времени, что также связано с функциями Сатурна. Высшими функциями Сатурна. Кришний бог вскочил на коня, и от Белого моря к Черному он понес священное пламя. Дал он людям пламя завета и навеки им заповедал: «Берегите святое пламя. Пусть пылают огни горючие высоко до самого неба. Чтите вы и помните Кришня, сына Златой Майи и Вышня». Итак, волшебное пламя, за которое боролся Кришень с Чернобогом, оказывается пламя завета. Это пламя горит в душах людей и дает им свет и солнце в нашу жизнь.
когда люди помнят Бога и заветы, оставленные нам предками нашими, ибо мы потомки наших предков, богов. А для того, чтобы вернуть это пламя, украденное тьмой, нужно вернуться в прошлое и вспомнить, кто мы, вспомнить, что завещали нам наши предки, боги. Кстати, прошлое также символически связано с функциями Сатурна. В своем высшем проявлении это мудрость. В небесный сад светлый ирий солетались птицы дивные. То не птицы слетались в небо, то съезжались в ирий ясуни и медовую сурью пели. А кого принять в круг сворожий? Кто достоин сурью медовую пить из чаши Бога Всевышнего? И решили, достоин Крышень, сын, рожденный Майей и Вышним. Крышень в светлый ирий явился, стал он пить медовую сурью. Как спросили, хорош напиток? Сурья — солнечный мед волшебный, он как солнце в небе сияет. Жаль, что люди сурьи не знают, и пролил он чашу с небес. Вниз на землю из сада ирия, и наказывал Крышни людям. Пейте, люди, сурью волшебную, почитайте сурью и Крышня. Пейте истину Божьих вет. Миф заканчивается тем, что Крышень пьет сурью, напиток бессмертия среди богов. Приходя в мир земной, даже боги подвергаются искушениям и вступают в борьбу с тьмой. В этом мифе рассказывается о том, что забвение своих предков, их заветов, забвение Бога и его законов ведет к тому, что душа человеческая, попавшая в удушающие кольца фатума, в конечном итоге превращается в камень, в полностью обездвиженное существо. Если не задумывается, не начнет относиться ко всему, что с ней происходит, осмысленно. Закон кармы существует для того, чтобы разбудить человека к поиску себя истинного. Но каждый должен пройти свой путь, и каждому, и всему свое время. В этом мифе частично раскрывается мистерия закона знака Козерога, которым сейчас управляет Сатурн. С одной стороны, знак Козерога приходится на самое темное время года, когда тьма сильна, а солнце, дух, только нарождается. Здесь и холод, и мороз, и короткий световой день. То есть силы тьмы влияют на людские души сильнее, чем в остальные времена года. Но именно поэтому Крышень и следующее его воплощение, Коляда, приходят в это время и реализуют высшую мистерию знака Козерога Спаситель. Спаситель людей от забвения и духовной смерти. Идущий горним путем и достигающий вершины, строительство внутреннего храма, обретение внутреннего стержня и, главное, преодоление замкнутого, ограниченного материи времени, выход в вечность. Недаром знак Козерога называют куполом неба. Но сама планета Сатурн, как и все планеты Солнечной системы сейчас, может проявлять двойственность после осквернения мира материи злом. Это и сжатие, ограничение фатумом, отторжение мира, отделение и противопоставление себя всем, одиночество и холод, окаменение души. Но и обретение мудрости, и внутреннего стержня, ограничение зла в себе, высший путь и достижение духовной вершины, в конечном итоге спасение себя и других через возвращение света истины в мир. Мира и мудрости всем. Благодарю за внимание.